Всем привет, с вами Xnavity, и сегодня мы играем в GTA 5. Сегодня со мной Boost. Всем привет. И у нас выпал снег. Да. И это очень круто. Вот у меня в квартире стоит такая прикольная большая елка с подарками. Но самое крутое — это снег. Вот это снег, вот. Он наконец-таки выпал. Это первый снег мой в GTA. Мой тоже. Получается, я купил PS-ку уже по третью. Это было лето. Потом вышла четвертая, и потом уже вышла GTA 5 на ПК. А, значит, добавили еще машину новую, которую мы сейчас купим, затюнем, поедем, переоденемся. Я уже купил. Ну, я тебя поздравляю. Поедем, переоденемся. Значит, съездим на яхту, посмотрим, как у нас яхта разукрашена. А ты самую дорогую купил? Какую самую дорогую? А, ну, яхту, да. Купил. Яхта у меня самая дорогая. Я тоже. Мне друзья денег понакидали. Так, ну чуть-чуть подождем. Я самую красивую, которую выбрал. Подождем, пока машина придет. Заодно и посмотрим на этот снежок. Как я долго ждал этого снега. Именно 25 декабря добавляют в игру снег. Да, долго этого ждали. Так, а если я в гараже буду ждать, там машина появится? Нет, вроде. Это сейчас не есть хорошо. Сломаю свою тачку. Оп. Ой. Так. Так. Однако пустой гараж у меня, ребят. Пойдем на улицу, пока машина не пришла. Пойдем побегаем по улице. Нифига у меня там машин. Снег, как красиво ночью. А ботов-то заносит, ботов-то заносит. Ой. Так. Как там снежок брать? Ты умер? Это как? Снежком в коленку. Это сейчас как было? Серьезно, ну-ка, если копа не попало. Обалдеть, ты меня убил сейчас снежком? А боты живы остаются, меня убили. Так, давай отреспаунся, я тебя тоже хочу кинуть в ответку. Сейчас, подожди, я хочу страховой случай оформить. Ух ты, а если я снежком кину? Я бабу обкидываю снежками. Они не хотят мне отвечать. Они просто выбежали сейчас. О боже, как это прикольно. Тихо. Она меня тоже сбила. Обоих сбила, так. Как ты меня тогда убил? Что за... Это что за бред? Ладно, проехали. Значит, тебя больше не убивать и не убивать я не буду. Кинь меня, попади вот меня. Я попадал в тебя, я наношу маленький урон. Может глючит, наверное. Почему я тебя убил? Или что-то не так. Ну, ладно. Давай сейчас кулака ударю, вот проверим. Я не знаю, что это. Сейчас подверю. Так, давай. Ух ты, подожди, это что такое? А! Фейерверк! Что ты там нашел? Фейерверк. Вон моя эта тачка. Да ты дурак, новую тачку. Ой. Здесь кулака. Ой, не иди сюда, вон, смотри. Давай. Хотя хочу так попасть. Так вот. Капец, напрыгает. А ему и пофиг. Вот. Почему ты умираешь? Я не знаю. Хватит это на мне проверять. Сейчас быстренько возьму машинку, и мы ее затюнем, хоть у меня и не полный тюнинг. Опа, упади. У меня тоже Ой, копы прилетели. Копы летают. Да, а чуть в мой гараж не залетели. Так, что-то не приходит мне письмецо, что... Ваше транспортное средство уже... Я понял, в чем проблема, наверное. Все. Все. Ой.
Ваше транспортное средство было конфиксировано, зашибись. Конфиксировано? Ну, конфисковано, блин! А, да, ну ладно. Конфиксировано. Так, все, поехали. Ну, прикольное обновление, я очень давно ждал. Да, хорошая такая машина. Так, подожди, машину можно я заберу, ребят, а? Так, а как она называется? А, вот. Я не заметил, как мне пришло сообщение. Ну, на Dodge он не сильно смахивает, конечно. Так он больше на Ford смахивает, старый такой. Причем тут Dodge? Или что ты говоришь? А, я про Mustang говорил. А, ты про Mustang говорил. Сейчас его заносить, мне кажется, будет. Садись со мной или на своей поедешь. Так моя конфискована. Во. Так. Поехали ее затюнем чуть-чуть. Так, ну дрифт! Не... Ура! Вначале за моей. Еха, подожди, дай мне затюниться. Так мы за моей заедем и вместе затюнимся. Тихо! Все в порядке. Ладно. Не, заносит очень сильно, ребят. Все сделано качественно. И заносливо. И отлично. Заносливо. Только ты мог такое сказать, Буст. Ну я смысл от слова занос. Так, аккуратненько, сейчас подъедем за машинкой. Осталось 2 километра. О, навигатор нашелся, ладно, проехали. Во-во-во-во, вот это нас развернуло. Да, а я вроде не такую же купил. В смысле не такую? Черную взял я раньше. Ну, ладно, ну у меня любимый цвет черный, как бы. Не, ну оранжевый. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можем пострелять. Но у меня за окном, к сожалению, нету снега. Не ломай мою машину. Я не животное. У меня, кстати, тоже. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот происходит авария, ребят. Не гоняйте никогда. Харе стрелять, не привлекай внимания. Не беру. А вот если я разгонюсь... Например... Ой. Ой, я теряю управление! Нет, нет, я теряю управление! Нет! Я спасу! На месте управления потерял. Но я специально влево-вправо. Да, да, да. Оп. Вот ш... О, ладно, я виноват, наверное, тут был. А зимнюю резину, интересно, добавили? С блондинкой дорогу не поделил. Я сам ты такой... плохой. Так, вот мог бы сам свою машину забрать, поехал за твоей, блин. По такой погоде, блин. О, подожди, сейчас разгонимся. А интересно, вот тормозной путь какой будет? Вот, например, вот где-то тут вот тормозим. Нормально. На летней резине, да, нормально. Вон моя. Пошла вон отсюда. А, нет, такая же. Так, подожди, значит я ставлю маркер на Лос-Санто. А? У тебя Тампа называется? Да, у меня сзади написано Тампа. Ну, у нас все нормально. Я эту машину уже видел до обновления. Пацаны с помощью чита ее вытащили как-то. Но я уже на ней катался. Да. Так тогда, тогда она стоила около 1 000 000, что ли. Мы ее хотели продать, но не получилось. Она реально неуправляемая. Ну, кстати, салончик прикольно выглядит. Салончик, кстати, да, салончик. Салончик. Ну, в салоне я не... Нужно на свет уехать. Ой-ой-ой, лагай. Ну, салон обычный. Такой же, как у мужского кара. Я смотри. Обалдеть. А слабо от первого лица? Да без проблем, поехали. Я от первого заверну. Дрифтачом так, крутой пацан. А какой там крутой пацан? Я сказал, как? Молодец. Ай-яй-яй-яй, меня занесло! Молодец! Тебя вообще перевернуло. Так, мне надо. От первого лица это нереально. Ой, да не, реально. Так, я застрял. Только я так, пихни меня. Так, ладно, нет, не надо. Меня пихать не надо. Ну, хотя бы так. Так, опять включаем вид от первого лица и. Оп-оп-оп-оп, аккуратно, аккуратно. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Мы почти подъезжаем, буст. Ой, как я люблю снег, но я не люблю холод и ветер холодный. Главное, не желтый снег. Это самое главное.
это в смысле желтый снег? Что-то на него кто-то пописал? Оп-оп-оп-оп-оп. Чуть-чуть-чуть-чуть ты не туда проехал. О, и тут даже снег есть, ура! Все, ребят. Давай, 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 детка, давай, давай, ты сможешь, давай, 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 давай. О, все. Отлично. Пошел вон отсюда, это мое место. Тварь! Отъедь чуть-чуть. Она не может открыться. Ну отъедь. Угу. Только кинь. Ты дурак. Ай, как назад сдать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты мне еще заплатил 8 косарей. Ты еще жив остался? Да, она горит. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ладно. Морос. Звони. Я ай, так. Так, звони мне. Так, кто что я восстановил? Я взорвался. О, красавчик. Слава богу. Иди в жопу. Это мое место было. Да, зачем гранату кинуть? Ой, да что ж я все восстанавливаю. Давай, выходи. Поодиночке. Сейчас, подожди, я-то восстанавливаю машины. Потом поубиваешь меня. Сейчас. Сейчас меня убивать не надо. Почему это? Тампа, вот, все, тампа. Значит. Где механик? Сейчас затюнем, потом переоденемся, потом будем друг друга убивать. Да, мокренький в снегу. Так, механик. Первое место мое. О боже, я тебя победил, так что все. Ничего не знаю. Ты же не зачем. Механик Тампа, давай, да давай, 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 родной. У от первого лица вообще невозможно заехать. За косой. Я заехал. С первого раза причем. Ой! Чувак похож на Алекса. На какого? Ну, который с Брейном снимает. А, Алекс. Так, за то за ремонт не буду платить. Броню, наверное. Какая она красивая. Тормоза. Не, броню сделаю, утяжели ее. Сейчас как раз. Зачем? Как раз таки она сейчас. Скоро. Ой, музыка играет. Музыка, уйди, пожалуйста. Пошла вон. Да, музыка. Все. Давай, давай. Ух ты, как она дрифтит уже. Блин, какую бы поставить? Мне кажется, вот эту хотя не. Во. Хотя нет. Тихо, 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 тихо. Я ее полный тюнинг не видел, но горит нормально. Ох ты, все, я заехал. Нифига себе, вот эта, знаешь, штука, которая сверху высовывается. Потом увижу, короче. Так, что, броню, я думаю, сделаю. Тормоза поставлю мне только. Так, передние бампера. Так, на оранжевый, наверное, будет оранжевый. Ай-яй-яй-яй. Заказной. А что там задние есть какие? Банда, нифига себе, с этим банда. Металлик. Так, ладно, потом бампера. Двигатель. Второй ставим. Сколько еще нужно нам. О, лучше этот. Сейчас мне нужна решетка, что тут по решеткам. Ой. Ой. Блин, жалко, самая последняя решетка. Не открыта. Так, капот. Капот. Ой, потом капоты. Клаксон. Так, давай музыкальный. Туакуа. Так, а где О, занизил. Подожди, тихо, тихо. Вот это пусть будет. Фары. Ксенон врубим. Так, номера. Пусть такие номера стоят. Окраска, основной цвет хромированный, у меня не открыт. Классический черный, дополнительный, классический. Не люблю всякие полоски.
Так что она будет полностью черная. Все, так. У меня полосочки. Каркас. Так, поставим каркас, крыша. Крышу тоже поставим. Продать. Спойлера. Ну, только если вот такой малепусенький. Вот она моя ласточка, я ее затюнил полностью. Вот ну, это такой маленький поставлю, наверное, подвеска. На такую трансмиссию. Опа. Отлично. Турбонаддув не открыт, колеса. Колеса. Хромированные. А хромированных красивых и нету. Ай. Я знаю, какие поставить. Спорт, стандарт. Любимые мои, которые мне... Нет, это не эти, конечно. Но эти, по-моему, они ей идут, ребят. Вот эти. Так, значит, цвет колес. Пусть будут белый иней. Так, шины, дизайн. Это поставим. Улучшение поставим, конечно же. Дым пусть будет черный. Так. Стекла. Затонируем, конечно же. И все, она готова у нас. Что я сюда хотел еще добавить, я уже забыл. Ой-ой-ой, подожди, стоп. Бампера. Бампера, передний бампер. Так что быть, поставим. И задний тоже поставим. Какой круче. Сейчас она просто такой звук издает. Так, ну, думаю, мне хватит на эту машину. Тратить денег. Так, выезжаем. Итак. Мы затюнили тачки. А ты что такую штуку не поставил, как у меня наверху? Наверху? На какой наверху? На капоте. А, ну мне она как-то не понравилась. Ну скорость же больше. Разве? Да. Ну мне как-то не понравилось. Я вот не нашел, как у тебя. А, ну не знаю, мне так нравится. Как бы вот она такая красавица у меня. Можно, конечно, поставить такую же, как у тебя, но... Как-то она выглядит такой носатой сразу же. Ну вот, вот проедься на моей, я проедусь на твоей. Подожди, у меня вроде не включено. Я тебе даже сейчас проверю. Агентство. Ой, что-то подлагнуло. Все. Да, у меня все доступно. У меня все доступно, так. Я не видел, чтобы скорость прибыла. Может, я полный тюнинг открыть? Не знаю, у меня не полный. У меня полный. Так у меня ж какой там? 100 с фигом. 101 уровень. Ну да, у тебя она пободрее, потому что у тебя как бы... все стоит, у тебя и турбонаддув. У меня турбонаддув, у меня самая заниженная подвеска. Уа! Только не разбей. Ладно, так. Теперь я ставлю, значит, мы затюнили новые машины. Я теперь ставлю маркер на одежду. Вот это, думаю, вот сюда. Поедем, оденемся. Санту, блин, водитель с Нижнего я Тагила. Не надо мне тут. Давай, вези меня. Разворот на 180. Все подрасчитано. Молчать. Да, да, да. Тихо. Да что ж вы так летаете тут? Блин, я рассчитал разгон, чуть. Разгон, разгон. Блин, сказал бы, что направо надо. Ну, учись. Если я как бы раскручиваю, значит я хочу войти в дрифт. Так откуда я знаю, направо ты или налево хочешь? А там только один поворот был направо. Там налево был дальше. Через метров 10-20. Так, вот я уже... Ну-ка, хочу развернуть ее. Опа. Не получится. И ты рано начал. Пролетел он там. По бордюр. По... Я нет. Ты по разделительной этой... А там ничего не будет. Она проехал. У тебя подвеска высокая. Ну, почувствовал разницу с этим и без него. Ну, в принципе, да. Ты как бы побыстрее, это моя точка.
Так, значит, у нас есть... Так. Я хочу одеться в Санта-Клауса. О, я тоже, кстати, давай будем в Санта-Клаус. Так, а, подожди, не-не-не-не-не-не-не-не, вот, костюмы. Обычные, а подожди, а где эти костюмы? Мне кажется, какие-нибудь, знаешь... О, костюм Санта. Опа, 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 опа. А ты где? А, вот вижу, да. В конце. Они бесплатные. Костюм грязного Санты, костюм немного Санты. Так, значит, мы оделись. Я сам чистый. У меня ничего нету. Я буду в Снегурочке. Снегурочкой? Там разве есть Снегурочка? А, я ж мужик, стоп. Так как. Какой Снегурочкой? Смотри на меня. Бухая Снегурочка. Да, что-то новенькое. Смотрю. Так, головные уборы. Праздничные головы. Вообще праздничные, просто обычные кепки. Конец. Посмотри. О, точно. Вязаные шапочки. Они бесплатные еще даже? Ну да, все бесплатно. Опа, ну-ка. Все, я вот так оделся, поехали кататься, все. Сейчас. Ух ты. Ух ты. Все, оделись. Поехали теперь на мою яхту, посмотрим, что на яхте творится. Смотри на меня. Ай-яй-яй-яй-яй! В смысле, она не взорвалась? Ладно, так, меняемся машинами. Точно так же. Я ставлю на яхту метку, и мы сейчас поедем до яхты моей. А вот где яхта? Давай снежками магазин ограбим. Ну, это идея. Давай тогда сразу сейчас... Где поблизости у нас есть магазин? Вот, как раз к ним будем ехать, там будет у нас по дороге этот... Магазин. Чуть-чуть... Я его не заметил! Да ладно. Ой, там что-то грузовик сломался. А. Да-да, текстуры GTA. Ой. Нихера себе там ты подлетел. Да, ну ничего, так, полетели. Ну, да, валит она очень сильно. Однако. О, оп, по тротуарам. Ой, я врезался. Нормально, все, нормально. Я еще живой. А ты чё крышу не поменял? Да ну, мне как-то больше нравится, чтобы 20 это было. Ты, ну как хочешь, короче. Ну это не влияет на скорость. Пердун старый. Ай. Капец, она валит. Угу. Ну у меня хоть и не полный тюнинг, но она меня тоже валит. Такой тазик. А у меня этот магазин ограблен. Всё. Ну меня вот тут не ограблен. Так. У меня GTA вышла с полноэкранного размера. Она стала маленькой. Я думал, карамба! Ты... Или что сейчас чувак закричал? Слышали, ребят? Ты что, уже начал ограблять? Нет. Я пока снежки набираю. Так, ты уже подъехал? Все. А смысл всего 10 будет, как бы там сколько не набираешь. Все, ты меня не убивай, ты меня не убивай, не думай. Ты что-то. Не, я тебя не убью, смотри, стой. Ой. Я понял, в чем проблема была. Почему я сюда там? Господи, я сейчас заберу денежку. Я тоже, наверняка, могу. Подожди, что он там делает? Чего он стонет так? Пошли его добьем. Давай, дай его слишком быстро. Где он? Подожди. А, он смылся. Вон. А, вот он. Ой, не туда. На. Банда... Все, валим. Какое? Ты что, против оружия? Так, казнички тоже оружие. Я лично сваливаю на яхту. Ты как хочешь. Только тачку не просри, чтобы потом за ней не поехали никуда. Подожди. Оп, поехали. Время, деньги. Давай. И туда буст, за мной поворачивай. Я примерно понял, куда ехать. Он миллионер, забирайте, у него все деньги. Я ни в чем не виноват. Я, да, миллионер. Хороший читер попался на фарме. Ну, всем хорошие читеры попадаются. Так.
Шумахер хрен. Ой! Надеюсь, ты ее не разбил? Надеюсь, ты мою там не разбил? Нет, она даже не дымится еще. А моя ласточка... Так, господи. Более-менее. Так, все, я от копов избавился. А я нет, у меня еще моргают. Не русское чудовище. Так, все. Вот на кабриолетах ездить... В снег вообще. Да, вообще. Так, а ты где? Да, вы о чем думаете? Так, значит, все, мы избавляемся от машины, наверное. О, мне опыт дали. А твоя яхта тут, моя там, далеко вон. Так, ну мы вообще на мою хотели, но... Нет, я говорю, я спасаю. А я моя тут. Слушай, а я там не замерзну, а? Ты что, с моей тачки выпрыгнул, что ли? Я не знаю, она сама уехала. Да, конечно. Твоя сейчас тоже случайно сама взорвется. А, так, вот оп, поползли. А что, до нее еще и плыть надо? Ну как бы да. Поставь на паузу. Да ладно. Хотя ладно, давай поставим на паузу, там уже окажемся. А, ребят, вот мы и на яхте, собственно. Там уже буст греет свои груди. Мы тоже запрыгнем. Ну как тебе зимой в джакузи моем, а? Ой, вообще хорошо. Все, облокотись. Подальше. О, водичек, тепленько. Пей давай. Чё ты не пьешь? В смысле? Она пить должна водичку. Пить водичку? Ну, сумасшедший. Которая в стакане стоит. Она курить должна, а тут пить. Все. По крайней мере, Антона так было. Ясно. Купил за 10 миллионов, тут какой-то маленький стаканчик стоит. Ну. А как же вертолет? Ой, вертолет, что там вертолет? А как же пушки на яхте? Так, подожди, а давай зайдем в хату и посмотрим, что-нибудь добавили на самой яхте. А я не могу зайти. Войти. Вот. Так вот. Все, я тобой управляю. Да. Так, где мы еще сегодня не были с тобой? Мы вроде везде были. О, яблочко. Эй, яблоки не хавать. О, и тут елочка. Так, пошли опохмелимся. Где елочка? Так, пошли опохмелимся. Серый говорил, у этой женщины такие вот... О, гранатомет я у тебя нашел. Да, бери. У этой женщины такие тут всякие смеси, то, что выпил и все, умер. Елочка, подарки можно открыть? Открываем, не пофиг вообще. Хорошо. Я лучше затянусь. А у нее что, топор там стоит? Я ничего не пойму. У нее реально там топор, что ли? Ух ты, тетка. Ух ты, тетка. Вон там, чуть-чуть левее. Это топор? Да, у нее... А, нет, подожди. А, это рычаг, типа, пивасик наливать. Похож на топор. А, да, рычаг-топор. Уйди, я тоже бухать хочу. Ты женщина, я не знаю, бухать. Лучше выйди на улицу, подыши воздухом. Конечно. Но я пью больше, чем ты. Так, все, меня уже плющит, я сваливаю. А я жду. Нет, меня уже не плющит. Короче, я рюмки 3 выпил, давай я тебя жду в вертолете. Полетим, покатаемся. Найдем центральную елку и думаю, на этом будем заканчивать. Хорошо. Ну блин, я что, выгнал? Я тебя выгнал нечаянно, ну извиняюсь. Я выпить не успел. Даже не накрыл. И сорян. Так. Я нажал и не увидел. Так. Так, все. Так, все, полетели. Подожди. Подожди, я за рулем или ты? Буст, дай сюда руль. Какой руль? Тебя выгнать отсюда можно, блин. Куда летим? Ищи, короче, елку. А, елка, это я помню где. Она где-то там была. Я ее проезжал сегодня. И дай мне покататься на моем же вертолете, тварь. Хорошо, сейчас я приземлюсь. Ой, меня плющит. Вот какой тебе вертолет, ты пьяный. Давай сюда мне штурвал, тварь. Сейчас приземлюсь. А какое-нибудь здание уже сядь, что ли, что-то. Так вот, я лечу. Будешь сейчас показывать мне, где елка.
Почему не золотой? Я хочу золотой такой вертолет. Кстати, да, жалко, что нет. Так бы я бы читера попросил, у меня тоже на фарме. У тебя же вроде яхта есть. Яхта есть. А ты еще и жалуешься, все, заткнись. Я про золотого вертолета. Ой. Ой, водила. Ой, водила, ой, водила. Ложись, это ложись, посадка, говорю, садись. Это, посадка это все. Давай, 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 чуть-чуть еще. Ну, ой-ой, меня плющит что-то. Не по-детски. Да, мягкая посадка была. Не блевану-то. Я в своем вертолете не блюю. Ой, стой, 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 стой. Я туда хочу. Там бухнуть можно. Дома не дали хоть тут бухнуть. Опа, ну-ка. Можно в интернет зайти, кстати. Тварь. А двери кто будет закрывать? Так, теперь, где эта елка? А, вон она елка. Я еще одну новую тачку купил. Мамба называется. Блять. Молодец. Я чуть неправильно приземлился, чуть-чуть. Молодец. Я даже бухнучом кусика не успел. Так, быстро доезжаем до елки. Где тут елка? Уже берем любую машину и едем до нее. Водить хоровод и заканчивать серию. Это, блин, вставать рада. Жалко, там никакого этого нет. Меня-то подожди. А где, подожди, где эта елка? Я ее только что видел. Я уже круг сделал. А, подожди, она с другой стороны чуть была, чуть дальше. Ой. Тут чувак на барабанах играет. Так, подожди. А, вот она, все, я нашел ее. Меня подожди. Да я пока что подожду, не заканчивать буду. А, вот он. Ну да, вот такая вот. Ну, не сказать то, что красавица, но рокстаровцы старались. Ой, всегда хотел, знаешь, когда вот в каком-нибудь парке гуляешь, вот этот шарик большой стырить. Они настолько большие, то что прям, знаешь, как сорока. Ой, какие они большие, надо забрать. Вот. Да, давай селфи. А, вот. Так. Быстренько селфи. Ай, меня копы гасят, прикинь. Как это без селфи-то, а? Кому там звонить надо? Лестеру? Говорит, 101 уровень, да. Так, теперь. Автопортрет. Ой-ой-ой, случайно сбросил Лестера. О. Посмотрите, блин, у меня мало хп. Зашибись. О, вот такая вот фотография. Я тоже Я и елка. Типа, подожди меня. Все, сохрани в галерее. Так, ой, тут копы такие на пафосе. Все. Ну, подходи, Буз, давай. Я тебя зафоткаю. О, бежит, 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 бежит. Тут, подожди. О, стой так. Подожди, подожди, я тоже. О-о-о-о-о-о-о-о, вот так вот. Опа. И тоже с своим телефоном влезет в кадр. Так. Не, ты опа. У меня без елки получишься. Твой телефон влез в кадр, ты в курсе? Давай вот так вот. Нет, 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 не так вот. Вот так вот. Посмотри в камеру, животное. О. Ну или вот так вот, вот, вот так вот. Опа. Тип. Типа НГ, типа. Подожди секунду, подожди секунду. Крутое НГ. Сейчас, подожди секунду. Ладно. Вот тебе. На камеру. А, я уже перестал этот. Чё ты про меня хочешь сказать? Так, ладно. Думаю, на этом все. Ребят, спасибо, что посмотрели. С вами был Xnavity и Boost. С наступающим Новым годом и до новых встреч. Пока-пока. Да, давай, давай, еще я сзади стану. Давай, 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 ну. Подходи. Все, ребят, всем пока.